Здравствуйте, меня зовут Красненко Мария, я юрист общественной организации «Донбасс СОС». Как сообщалось раньше, государством гарантируется право на получение образования. Особенные гарантии устанавливаются для лиц, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины. Поэтому считаем за необходимое сообщить, что 17 марта, то есть уже завтра, оканчивается регистрация на прохождение внешнего независимого оценивания. Но стоит отметить, что для данной категории лиц устанавливается дополнительная сессия регистрации на внешнее независимое оценивание, которая будет проходить у период с 3 по 19 мая. Соответственно, то, что будет мною озвучено дальше, касается регистрации как в основную сессию, так и в дополнительную сессию. Соответственно, по поводу регистрации, она будет происходить и в принципе, уже происходит через сервис Украинского образовательного центра оценивания качества образования. Соответственно, первым этапом есть вхождение в данный сервис и ознакомление с информацией. Дальнейшим шагом является подготовка документов, пакета документов, в который входит. Первое – это паспорт гражданина Украины, страницы с фотографией и персональными данными. Соответственно, стоит отметить, что для лиц, которые получили новый вариант паспортов в виде ID-карты, отсутствует серия данного паспорта. Соответственно, в графе при прохождении регистрации серия паспорта не устанавливается. Вместе с тем, для лиц, которым исполнилось 16 лет на момент 1 сентября 2016 года и которые не получили паспорт гражданина Украины, а также лица, которые не получили паспорт гражданина Украины в связи с тем, что они проживают на временно неподконтрольных территориях Украины либо на линии разграничения, подается свидетельство о рождении. Также до документов, которые в обязательном порядке предоставляются, входят две фотографии размером 3 на 4, а также для лиц, которые являются выпускниками прошлых лет, выпускниками технических учебных заведений, либо уже обучаются в высших учебных заведениях, является предоставление аттестата, либо справки из учебного заведения о том, что они получают аттестат в этом году. Также обязательно в пакет документов входит регистрационная карта, которая получается заявителем после прохождения регистрации в данном сервисе. Стоит отметить, что после прохождения и комплектовки необходимых документов такие документы направляются учениками, то есть выпускниками этого года. Они направляются непосредственно ими в учебное заведение, в котором они проходят обучение на экстернате. Это учебное заведение, соответственно, находится на подконтрольной территории Украины лично, либо на электронную почту учебного заведения. А выпускниками прошлых лет, выпускниками технических учебных заведений, либо студентами высших учебных заведений, такие документы направляются напрямую лично рекомендованным письмом в региональные центры оценивания качества образования, либо на электронную почту этих центров. Соответственно, стоит отметить, что подтверждение регистрации будет вам надано либо в учебное заведение, в котором вы обучаетесь, в форме экстерната, а другим категориям лиц такое подтверждение будет направлено на адрес, который был указан в регистрационной карте. Если невозможно указать адрес на подконтрольной территории Украины, а такие документы, то есть подтверждение, будет находиться непосредственно в региональном центре и за необходимости будет предоставлено вам. Также стоит отметить, что прохождение регистрации можно получить, зайдя на свой личный кабинет через сервис Украинского центра оценивания качества образования. Повторяюсь, всю информацию вы можете получить непосредственно на их сайте. Это достаточно доступно. Информация подана очень конкретно по каждому случаю. Также, как уже указала, предусмотрена дополнительная сессия гражданам, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины. Это с 3 по 19 мая. Соответственно, стоит отметить, что данной категории лиц подаются дополнительные документы, а именно заявление с указанием причины подачи документов в дополнительную сессию, а также подтверждение, почему происходит подача документов в дополнительную сессию. Такими документами является прежде всего паспорт
паспорт заявителя, либо паспорт его родителей и законных представителей, в котором указана регистрация места проживания на неподконтрольной территории Украины. Соответственно, стоит отметить, что основная сессия сдачи внешнего независимого оценивания происходит в этом году в период с 23 мая по 16 июня, а дополнительная сессия прохождения внешнего независимого оценивания проходит с 3 по 12 июля. Также стоит отметить, что пока что неизвестно непосредственно перечень дат прохождения внешнего независимого оценивания по конкретных предметах. Такая информация будет непосредственно известна не позднее, нежели 28 апреля. Также информация по поводу места прохождения тестирования лицам, которые будут проходить в дополнительную сессию прохождения тестов, будет известна за 5 дней. За этим нужно следить и понимать. Также то, что есть новым в этом году и предусмотрено условиями приема на обучение в высшее учебное заведение, устанавливаются специальные условия для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, либо переселились из нее после 1 января 2017 года. Так, данная категория лиц имеет право на участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов и или внешнего независимого оценивания. Снова-таки подчеркиваю, как и в прошлые годы, работают центры Донбасс-Украина, и, соответственно, вступники этого года могут уже обращаться в центры, хотя они работают с 1 июля по 20 сентября, но все высшие учебные заведения, которые были выведены с неподконтрольной территории Украины, уже готовы работать и предоставлять информацию по поводу вступления в этом году. Я хочу обратиться к нынешним вступникам, а также их родителям, их родственникам, законным представителям. Получение документа о высшем образовании на подконтрольной территории Украины – это не только документ, который является документом государственного образца. Это также документ, который признается и за границей, а также является подтверждением знаний и умений, которые, соответственно, предоставят возможность получать работу, хорошую работу и в будущем. Если у вас есть дополнительные вопросы, либо информация, либо вам что-то непонятно, вы можете набрать нашу горячую линию за номером 0800 309 110, а также написать нам на онлайн-приемную через сайт donbassos.org. Спасибо.